В зоне внимания оказались дома площадью от 50 квадратных метров во всех районах Подмосковья. Началась данная программа с крупных муниципальных образований, прилегающих к МКАДу, куда попал и Одинцовский район. И в данный момент, в настоящее время, продолжилось по всей территории Московской области. По подсчетам правительства Московской области и органов технической инвентаризации в БТИ, примерно 40%, от 30 до 40% построек, объектов капитального строительства не зарегистрированы. Соответственно, люди не платят налоги. Не оформившим документы в течение полугода грозят штрафы, увеличение суммы земельного налога в 2 раза или даже снос. Если муниципалитет подаст иск, а суд признает объект самовольной постройкой. Такие постройки ищут с воздуха. По аэрофотосъемке можно понять, законно оформлен объект или нет. Если информация о нем в государственных службах отсутствует, то постройка помечается на карте красным. Чтобы зарегистрировать недвижимость, для начала следует обратиться в БТИ и затем пройти ряд процедур. Сотрудники выезжают на место, подготавливают документ, собственники заполняют декларацию и передают в МФЦ, заплатив госпошлину. Через 8 рабочих дней граждане уже получают выписку о государственной регистрации своего объекта недвижимости. За 50 квадратных метров собственнику платить ничего не надо. Весь остальной метраж объекта подлежит налогообложению. Ставки устанавливает муниципалитет, а узнать их величину можно на сайте налоговой службы. Также на официальных сайтах местных органов власти и Минмособлимущества можно посмотреть незарегистрированные постройки. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».